Радио 54. Пришли в коттедж, вот, значит, заходим, стоит папа такой, метра под два ростом, ребятишки, и, значит, когда по сценарию заходит речь, да, как до того, как бы мы спрашиваем, что вы приготовили Дедушке Мороза, Морозу, вот, значит, ну, кто-то там одно рассказал, а мальчик, наверное, 3-4 года плохо разговаривает, и там... Ну, мы как не реагируем на такие вещи. Ой, молодец, как тут длинное стихотворение. Все. Папа подходит ко мне, наклоняется и говорит, он вам загадку загадал. И ни слова непонятно было, а он такой здоровый, у меня, наверное, борода стала отваливаться. Ну, в общем-то, все. Отгадывайте. Как выкрутились. А дело в том, ну вот у Деда Мороза там же парик, шапка, как бы уши плохо слышно. А Снегурочка, она как бы поддакивала ему, она рядышком стояла просто, и она услышала одно слово, там что-то такое про полозья. Она самки, что ли? Да, да, и все. Но это было, конечно. Как хорошо работать в паре все-таки, когда хоть кто-то один, да, что-то слышит и понимает. Да. Приходим, опять же, на квартиру. Вот, значит, сидит семья, человек 5, наверное, папа, мама. Я говорю, ну, что вы приготовили Дедушке Морозу? Ну, по сценарию, там, после шапки такой. Значит, ну, смотрю, мальчик один открывает пианино, начинает играть. Ошибается, ему говорит папа, мама, типа, давай сначала Дедушке Мороз. Короче, их было 5 человек, и было 5 музыкальных инструментов. А у нас же время-то, оно же ограничено. Ну, конечно, 20 минут здесь, быстренько переоделись, и уже бежим. То есть у нас в течение часа 2 дома, как бы 2 квартиры. Мы слушали этот концерт, наверное, около часа. И ничего не могли сделать. Ну как, скажешь, ну все, хватит, что ли? А папа, мама, то ли в раж какой-то вошли. То есть 5 человек, один на гитаре играл, другой на скрипочке, третий на трубе. А теперь все вместе, да? Такое ощущение, что вот если бы мы бы остались, они бы уже оркестром играли. Ой, а что нельзя ни в коем случае делать Деду Морозу, когда вот он выезжает поздравлять на квартиры? Вы знаете, наверное, разоблачаться перед ребятишками. Uh-huh. Потому что многие папы, они как бы видят, вам, о, пришел в дом мужик, надо его угостить. Вот, ну, типа, вот, давай, дедушка, мы особенно знакомым. Он типа, ну, все, давай, вот, дедушка. Снимай бороду, пойдем на кухню. Да. Вот этого я категорически не желаю никому и не советую делать, потому что все-таки Дед Мороз для детей, он это какой-то вот символ веры такой. Волшебник. Волшебник, да. Друзья мои, я очень горд, что вы пришли на Новый год. И прошу вас всех, чтоб царил здесь смех. Эта ночь дана для утех. Ну вот как-то так. То есть до этого вот так было, потом как, запел, да? Так? Ну, нет, но Дед Мороз, он всегда должен так. Поющий Дед, конечно, Мороз, это классно. Под осень где-то примерно я пошел за опятами. Думаю, ну скажу, уже так холодно было. И вдруг заблудился. Ну, как бы там тайга, ну, деревья здоровые, вроде пошел сюда. И не знаю, куда идти. Небольшая такая ложбина, малинник, и смотрю, мужик в шубе. Ну, собирает, там что-то там передвигается. Uh-huh. Я уже рот открыл, чтобы спросить, как пройти. И вдруг слышу... И я понял, что это медведь. Мужик в шубе. Со страха я сразу понял, куда надо бежать. Из леса я вышел, даже выбежал. И вот после этого как-то я опасаюсь вот темных уголков лесных. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.